В Анапе состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Киношок». Церемонию открытия в концертном зале «Летняя эстрада» посетил губернатор региона Вениамин Кондратьев, вручивший директору «Киношока», актрисе театра и кино Ирине Шевчук медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени. Олеся Давыдова побывала на открытии фестиваля. За 30 лет фестиваль стал одним из наиболее представительных и уважаемых кинофорумов, где открываются новые имена в современном кинематографе. Происходит знакомство с новыми работами мэтров кино. Традиционно участники и гости фестиваля, актеры, сценаристы из регионов России и стран бывшего СНГ прошествовали от театральной площади к летней эстраде, где состоялась церемония открытия, почетным гостем которой стал Вениамин Кондратьев. Сегодня мы говорим о том, что «Киношок», если мы говорим о культурном событии, конечно, это событие. Событие для представителей, в том числе и сообщества, и кинематографического, и актерского сообщества. Ну и для Анапы, потому что сегодня фестиваль, он стал визитной карточкой Анапы, она намного, наверное, правильнее сказать, бархатного сезона в Анапе. Тоже очень важно, поэтому, конечно, вот я не знал, как подобрать фразу, я хотел говорить проект, вы правильно сказали, вот ваш ребенок, это на самом деле площадка. То есть площадка, я хотел бы благодарить вас за ребенка, за этот проект, за эту площадку, за это событие. А это было непросто. И 30 лет назад не просто собрать разных характерных актеров и собирать 30 лет вот здесь, в этом зале, режиссеров, характер, которые на самом деле могут делать характерное кино. Глава региона вручил генеральному директору «Киношока», актрисе театра и кино Ирине Шевчук медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени. От Краснодарского края любимого, Вениамина, спасибо. Спасибо большое, что вы приехали. Специального приза фестиваля «Госпожа удача» за мужество, честь и достоинство в профессии был удостоен народный артист Сергей Никоненко. Есть люди, отчаянный склад, им пресен обыденный быт, гудят от поняк их лопатки, и риск за собой их манит. Уют этим людям неведом, любая стихия уют, и дома не ждут их к обеду, и к ужину тоже не ждут. На полюс, под воду, на небо, где буря, где ветер, где шквал, трубит ураганом победу, качает девятый и хвал. И тот, кто из них самый смелый, судьбой, кому суждено хоть искрой сверкнуть во вселенной, тот может работать в кино. Традиционно зал стоя почтил память актеров, композиторов, режиссеров, писателей, которые ушли из жизни за последний год. Ведущие церемонии представили конкурсные номинации фестиваля «Короткий» и «Полный метр», конкурсы телефильмов «ТВ-шок» и детского кино «Киномалышок». Впервые в этом году проходит конкурс сценариев короткометражных фильмов, а вечер украсили концертные номера. Там далеко, далеко, тихо в городе, посреди земли. Спасибо.
Киношок стартовал, а это значит, что всю неделю до 2 октября в Анапе будет продолжаться праздник кино. Показы пройдут в киноцентре «Мир кино», на Театральной площади, в городском театре и на других площадках города. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.